это дерка, да? Дерка и жидкая конопля. Сейчас будем снимать. Первый раз так будем кормить. Ты скажи, кто это такой волшебник? Там пантлюгельно. Ты удочку мне распутывай. Сейчас, в общем, мы находимся на этом. Каменный лог, красный кордон. Полежит такая малёхана. Жемчужина наших мест, так сказать. В лесу находимся. Три. Не знаю, приехали карася ловить. Сейчас закормим. Будем включаться периодически. Рядом тоже наши вознесенские мужики сидят, рыбачат. С 4 утра 4 штуки, говорит, поймали. Красота. Первая поклевка, друзья. Такая осторожная. Червяк наш. Нормально. Мы решили поменять место. В общем, тут прям с дамбы. Сейчас будем пробовать. Тут и глубина побольше. Места покрасивее. Погода отличная. Места красивые. Ну, о, у нас удочку зацепил. Что ты хочешь, отломать ветку? Да. Да, это ж на которой я стою. Там дрова надо было убрать с собой. Как ее можно поднимать? Попрыгай на ней. Да это пиздец, я же буду. Ну ты же держишься. А если я не удержусь? Ну, тоже сухая, гнилая. Да вылезешь, ничего страшного. А? Вылезешь, ничего страшного. А телефон будет? Интернет где-то выключен. Ну да, телефон надо ломать. Она вон за верхнюю ветку, видишь? Она уже там во всех местах зацепилась. Вован полезет спасать удочку. Поплывок в воде, остальное все на дереве. Удочка на берегу. Ну-ка. Должна, да? Вован обрыбился. Большой? Нет, средненький. Средненький. Еще больше не нужно. Пошла жара, да? Видишь, я, Вован, прикормил там тебе место. Так что половина рыбы моя. Первый карасик мой. Просто повел по дну, не притопил даже.
Вот такой с ладошку. Будильник, что ли? Мешок у тебя, Вован? А? Мешок у тебя? Это ты только на рыбалку проснулся? А, это у меня? Молодец, Вовка. Вот тогда и тут так поймал. Совсем мелкий. Пойдет, пойдет. Не, друзья, мы таких отпускаем. Че, покажи? О, хороший. Молодец, Вовка. Смотри, разошелся, а. Пятый подряд. Конопля подействовала. Сначала по деревьям лазил. Полутра. Все больше всех поймает. Хотел перекинуть, там сидит карась. Вот Вован. Червяком беспорядок. Эх, ушел. Но он в эту рогатину врезался и оторвался. Заглотил, как хорошо. Полностью. Какие-то поклевки вообще непонятные, еле-еле, порой вытягиваешь, думаешь, перекинуть, а там сидит, отдай. Извини, братан. Сразу поклевка. Ну, он его приподнял, ну то есть положил. Меня тоже тут раздербанились. Погорело же все. Вот он на. А бетон ударил. Тебя побольше. Ну, батька ярых ловит.
тянул, как будто там слон. Ну такой. Я считаю, что пойдет. Просто водит. Пошла жара. Лоси орут тут постоянно. Я думал, в трубу дует кто-то. Или в рог. Вот, крупный прятный. Конечно. Смотрите, стандарт. Рифтом ведет, да? Ну. Первое время пока с глубиной разобрались. Грузики опустили. Сейчас вроде получше пошло. По деревьям пока полазили, да, Вован? Но. У Вована опять зацеп. Только теперь не на дереве, а в камышах. Че, полезешь, Вован? Накупаешься сегодня. И вот там стой рыбачь, Вован. Вода холодная. Че, постоишь, ноги привыкнут. Смотри, у Вована крупный прет, у меня мелочь. Потому что я в трусах. Да, в принципе, логично. Ритузы у тебя, конечно. Зачетные. Чтобы ляжки не мерзли. Папкины, да? Да. Тогда все ясно. Подвести такие. Клев лучше будет? Да, по-любому. Ну да, тогда надо. Ведет, Вова. Рано, ну. Рано, ну. Вот, покрупнее. Куда ни шло. Такой ладошечный. Че, осечка? Или кража у тебя червя? Бешеный. Он просто его положил, да? Не до конца. Ну, не утопил, а положил. Мелкий, мелкий. Ходят слухи, что вон там он пирс. Вон там. Надо объезжать вокруг. И разуваться, идти там. Вот такая вот ерунда. На этот пирс, пирса вроде там покрупнее ловится. Ребята недавно ездили, говорили. Ну, мы тоже вот Вознесенских встретили. Рядом сели изначально. Так и сидим здесь. Вова, как всегда, проспал. Нет, нет, нет. Зато у него крупняк, крупняк прет. Вот иди. Мальчик просто второй день на рыбалке. Второй раз. С удочкой родился, но. Угу. Вот так вот. Так не клюет, когда закинешь. Как я тебя учил. А? Я говорю, так не клюет, когда закинешь. Сейчас посмотришь. Тяни, тяни, Вова, тяни. Крупняк твой. А. Что-то сглазил ты. Вот он мой, самый крупный сегодня. Иди сюда. Вот это уже интереснее. Вот он, вот он, вот он, помельче.
Поменялись. Что у тебя лицо в тени? Ты что, нырял, что ли? Да. О, блядь, а где хлеб? Я же закинул. Вот он, вот он. Вот это хорошо утопил. Как мужик. Как мужик. Что творится? Не буду червя этого менять. Вовка согласился на рыбалку с таким условием, что 15 минут, говорит, если клевать не будет, собираемся домой. Он у нас обычно больше 15 минут не рыбачит. А тем временем поклевка. Ух ты! Серьезно. Вот это серьезный уже, товарищ. Вот это уже, я понимаю, рыба. Сопротивляется, как щука. Смотри, он не тупит, да? Ну, карась поднимает. Редко топит. Поклевочка проспал. Я, в общем, взял хлеб вон с этим. С червями перемешал, с землей. Комочек сделал. Закинул на дно, утонуло. Вот опять поклевочка. Смотри, а. По очереди, да? А? По очереди прям. Так, ломай червя нового одевать. Ну. Че, Вовка, такая рыбалка тебе нравится? Не очень. Не очень? Планировать надо эти слиять. Оп, 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 оп. Тяни, Вова. Ладно. Вот он. Малец. Что-то... Смотри, видал что? Я просто хотел перекинуть. Меняй. Меняй, меняй. Не, вот только нормальный, да? Да. Че, Вован, давай улов посмотрим, достань мешок. Душу отвели, короче. Камера подвела, конечно.
хорошие экземпляры. В основном мелочь. Все, друзья, всем пока. Собираемся домой. Время 11 уже. Плевать стало хуже. Солнце, жарко, ветер поднялся. Камера села. Записываем на телефон. В общем, всем пока.